По деле от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Custom Truck дальнобой. 5 утра, и сегодня первый рейс на Volvo. Вы просили показать, что и как. Юра выезжает в рейс, я его, естественно, провожаю. И я ему дам камеру, и он что-то для вас, надеюсь, поснимает. Сейчас мы выезжаем. Первый наш рейс это будет из Витебска, что-то завести в Полоцк, потом обратно. В общем, такая вот движуха. Поэтому сейчас едем на базу, запускаем Volvo. Папка документов, деньги, все с собой. И сейчас заеду за Юрой и поедем на базу. Жду Юру, подготовил путевку. Он сейчас пойдет отмечать целый пакет документов. Тут ему деньги, карточки. В общем, ждем нашего дальнобойщика. О, идет. Ты еды взял? А? Еды взял? Ну ставь сюда. 5:33. Ну, хоть не холодно, уже радует. Сейчас перегрузим Юрины вещи, накачаем воздух и поедем. Все, Volvo выезжает, первый рейс. Трудяга поедет. Пожелаем ей удачи. Доброе утро. Вот так начинается наш рабочий день заправки Volvo. Ну что, фанаты дальнобоя, у нас косяк. Юра сломался в рейсе, 9 вечера, я его жду, он возвращается домой. Ну, у нас плечо возврата, это 250 километров, но выбора нету, потому что такая проблема случилась. Нас обрезало на прицепе шпильки, там раздолбало шпильки. Немного раздолбала саму коронку, ну, ступицу, можно так сказать. Вот, и поэтому наша задача сейчас быстренько все это дело собрать. В соседнем городе мы заказали шпильки. Огромное спасибо Руслану, он их там забрал, подвез. В общем, мир не без добрых людей, и благодаря хорошим людям мы можем существовать и продолжать нашу жизнь. Поэтому делаем всегда добро. И добро всегда возвращается. Запомните это на всю жизнь. Выезжаем в гараж. Юра уже вот-вот на подъезде сейчас. Он-то надеялся, что он будет сегодня в спальнике ночевать. Но он все равно будет ночевать в гараже. Но я на позитиве, все нормально. На самом деле очень устал. Сегодня встали рано. Потом у нас сломалась одна маршрутка.
А потом она опять сломалась, потом вторая маршрутка. Это просто ужас, как я устал от этого всего, если честно, друзья. Работать очень тяжело, и поэтому, если у вас достойная работа, если у вас достойная зарплата, то просто не ныряйте никуда. Сейчас такие времена, что куда-то нырять, это очень-очень тяжело. Но, естественно, мы продолжаем двигаться, так что включимся уже из гаража. Я сейчас заеду, Юре еще покушать возьму. Все, приехал гараж. Сейчас будем ждать Юру. Он уже вот-вот с минуты на минуту будет. Огромное вам спасибо, что ставите лайки. Также хотелось поставить лайк Дрому, благодаря которому в том числе выходят наши ролики. Не повторяйте наших ошибок. Подбирайте технику на Дроме, ведь там более 500 000 честных и актуальных объявлений о продаже автомобилей. Можно почитать сразу и технические характеристики, и множество отзывов владельцев. А еще есть возможность подписаться на объявление и ждать подходящий вариант. Ну, если, конечно же, вы ищете что-то конкретное. Короче, если подыскиваете себе автомобиль, обязательно заходите на Дром. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Ну, а мы продолжаем веселиться с нашей Вольвы. Сейчас переодеваюсь и пойдем. Я уже переоделся, ну и вон Юра наш. Сейчас будет загонять. Сразу же спешу извиниться за качество съемки. Но все наши съемки происходят ночью. Вы уж не серчайте сильно. Движуха дальнобойная. Я думаю, теперь все поймут, насколько все серьезно в дальнебое. Произошло следующее. Он пообломал шпильки. Раз, два, три. Раз. Раз. Вот, и здесь вот немного выбило тоже посадочное. На этой коронке будем здесь поднаваривать, восстанавливать посадочные эти. Такой план. Фух, сильно снимать много не буду. Мы все очень уставшие, и поэтому все равно тут не получится снять все красиво. Но будем снимать каждую ступицу. И чтобы поменять шпильку, в любом случае нужно сдергивать барабан вместе со ступицей. Такие дела. 10 новых шпилек и 10 новых гаек. Сейчас будем все это дело собирать. Сняли мы. Что мы сняли? Сняли очередную серию для вас. Друзья, мы ночью работаем, потому что днем нужно опять работать. Спать. Нет, на самом деле сняли мы эти, блин, ступицы. Ну и навариваем. Посадку под диск. Ну, уже раз 8, наверное, примеряли. Спины уже заболели, пьем чай. Но зато уже, я думаю, будет результат, правда? Конечно. Как я всегда, Дима устал, а я полон энергии. Сейчас будем потихоньку уже начинать. Вот одна готова, еще три. А, еще две. У меня уже голова не соображает, блин. Ну вот таким образом наплавляю. Вот, потом зачищаю, все аккуратненько становится. Поставим на каждый барабан по 3 новые шпильки. Ну и будем тут здесь как бы собирать. На этот будем ставить 4 новых. Ну, потихоньку-потихоньку собираем уже обратно. Подготовили еще одну ступицу. Тоже наварил, все четко, плотненько садится. Раза 4-5 примериваешь и нормально все садится как надо. Здесь 4 новых, остальные старые шпильки будут. Но шпильки будем брать. У нас вот больше всего обрезало на задней оси. Больше всего срезало шпилек. Вот среднее колесо не так пострадало, переднее и заднее сильно пострадали. Ну, сейчас уже потихоньку будем собирать. Юра уже молчит. Все, навеселился уже. Предпоследняя ступица. И это последняя. Ставим. Сейчас запустили мотор, чтобы накачать воздух, потому что она растормозилась и не одевается. Мы же в трещотки лезть не хотим. Все соберем, чтобы все было как было. Ну, вот такая работа. Здесь наварил, но здесь вот немного наварил. И здесь тоже немного. Вот больше всего там наваривал. В общем, непонятное здесь. Не нашли мы системы. Все по-разному разбило почему-то. Ну, как-то так. Все, я думаю, еще полчасика и соберем, да, Юр? Все собрали.
все ступицы собраны. Сейчас здесь наводим порядочек, чуть-чуть складываем инструмент и будем выезжать уже домой. А завтра утром опять в рейс. Юра вам там что-нибудь снимет. Час ночи, едем домой. Подъезжаем к загрузке. Итак, у нас очередные приключения. Взорвалось колесо. Сейчас будем борти менять. Немножко повредились щитки, повыгнуло. Ну так ничего страшного. Подели, дели, дели. Цену по четвертям подели. Не откладывай, сразу купи. Подели. Подели от Альфа-банка, забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Ну что, друзья, движуха с фурой продолжается, и мы не спим уже вторые сутки. Взорвалось колесо у Юры, и сейчас наша задача найти запаски. Хочу ему найти две запаски и отвезти запаски, потому что у нас проблемы. Но неважно, в понедельник заказали резина, должна приехать резина, и тогда уже будем менять. Но пока что вот такая движуха, сейчас немножко занят, включусь чуть позже. Взяли два колеса, сейчас выезжаем на трассу и едем навстречу к Юре. Ему оставим две запаски на всякий случай. Ну вот такая вот движуха. Огромное спасибо, как обычно, нашим друзьям, которые выручают. Собственно, вот такая движуха связана с дальнобоем. Мы, кстати, едем на батином сценнике. Он все еще живой, 200 тысяч у него пробега. Вот, единственное, загорелось АБС, а так тачка выручает. Когда-то очень много лет назад мы ездили на ней еще за лебедкой к Уралу. В общем, движения были очень-очень интересные раньше. Так что не переключайтесь, продолжаем снимать интересные видео про дальнобой в Беларуси. У нас уже вечереет, и до Юры нам еще 60 километров. Он нас уже ждет. Ну, летим. Сценник едет 100, и у нас темнеет, но эта серия у нас прям вся темная, потому что все движения просто ночью. Просто ночью напролом. Ну, можно так, наверное, характеризовать нашу нынешнюю обстановку. Но посмотрите, какая прекрасная погода. Красота. Зима уже не за горами. Все, приехали мы к дальнобойщику. Ну как у тебя дела тут, Юра? Ну что, мои Чип и Дейл спешат на помощь. И опять ты здесь. Я тебе говорил, поехали сразу. Вот это застрелилось? Ну так оно еще нормально. Это застрелилось? Что значит застрелилось? Ну колесо. Немножко помяло здесь нас. Ну, в общем, у нас сейчас большая, огромная задача. Это положить две запаски, Юре. Одну туда, одну сюда. И все, и отправляем его в путь. Так, вот наши две запаски. Так, сейчас будем работать. Да. Ну, если так, ну, пособираем их, то можно... Ну, здесь есть. Ну, можно зиму отъесть. Один косяк. Я вижу. Как его ложить? Вниз. Наверное, правильно. Нет. А? Да. Он там потом налево идет. Налево. Да, это. Так, а это не платно дорога? Там кусок будет платный. А там продается? Белтол? Да. И нужно вбить в интернет пункты выдачи белтол.
Может, диск не такой? Давай. Давай, я буду смещать. Ну что ты будешь смещать? Ты же не понимаешь даже, что понимаешь. Ну что я не понимаю? Ну, вот, вижу. Вот. Где? Вот. Его надо сюда. Точно, ладно, все. Друзья, пока. Все, Юра складывает вещи. Одну запаску повесили, вторую положили в кассету. Ну, а колесо наше застрелилось примерно вот так. Мишелин, ёпта. Она просто уже уставшая резина сама по себе. Протектор еще более-менее. Но этого следовало ожидать. Ух, копы пошли. Юр, ты как? Выспался? Да, только в темноте, знаешь, плохо слаживаешь. Все понял. Сразу косяк. Чего? Да пусть лежит, хрен с ним. Складывай все, потом переложишь. Все. Пап, на, посвети ему. Мы собираемся и тоже будем выезжать. Юрий привез одежду тоже. В общем, его здесь кормим, одеваем. Это ужас, что происходит. Блин, это трэш. Все, парни, собираемся, выезжаем домой. Все, пошел наш дальнобойщик. На обратном пути, в общем, остановили нас на трассе. Стоим, проходит следственный эксперимент и, к сожалению, не пускают никого. Тоже интересная такая схема. Типа, спешите, не спешите, постойте здесь 20 минут. Ну, вот как-то так. Стоит там гаишник, вам, наверное, не видно, но он там стоит и не пускает никого. Итак, у нас сегодня у меня первая ночевка в автомобиле. В тот раз не получилось. Мы стоим на загрузке. Загрузили слишком много. Поставили пломбу и нужно было обратно выгружать. Поэтому я задержался. Сейчас будем обустраиваться. Второй день работы. Первый день буду только разлаживать вещи и заниматься бытом. Вот такие шторки от наших подписчиков. Начальнике звонит. Так у нас ездит техника по Витебску. А тут мы переживаем на фуре проезд. Знак сбил. Безумный комбайн. Итак, друзья, здравствуйте. Сегодня у нас гости. Так, наши приключения продолжаются. Сегодня мы едем опять в Витебск. Решили купить на Volvo новую резину, поэтому взяли опять прицеп, чтобы забрать обратно колеса. Вот такие движения. Также нам нужно завести диск. В общем, выезжаем. Опять движуха. Нету. Только подъехали на заправку, где-то наша Volvo. А, вот она, ё-моё. Я уже думал, нет. Ой, красавица. Проверяем все жидкости. Здесь проверили по машине, все в порядке. И только что прислали нам, что нужно расцепляться, чтобы ехать на шиномонтаж. Хотя до этого говорили, что можем вполне заехать с прицепом. Поэтому будем расцепляться, наверное. Сейчас проверим топливо, масло. И с вебастой тоже вопрос не запускается. Ну что, масло в норме? Да, масло в норме. Ну отлично. Это уже радует. 1500 где-то мы проехали. Запустили эбеншпехер. Все работает. Так что теперь Юре будет тепло. Ну что, Дима, ты скажешь? Бардак у тебя, вот что скажем. Друзья, напишите ему, вот бардак здесь. Баста работает, видишь, валит, все четко. С чем связан был ее отказ, вот непонятно. Сейчас все работает. Ну, будем расцепляться и поедем на шиномонтаж.
Все. Прицепчик стоит, расцепились. Все, сейчас будем выезжать на шиномонтаж. Жду Юру, вот здесь у нас шиномонтаж. И сейчас будет Юра уже ехать. Это 4 колеса на заднюю ведущую ось будем ставить. Фирма Сайлун. Сейчас будем ждать очереди. Конец пришла наша очередь. 2 часа ждали, сейчас сезон. 3 колеса мы уже сделали. Шиномонтаж идет полным ходом. Вольвочка наша стоит. Все хорошо, не жрет здесь резину, интересно. Будем надеяться, что все будет четко. Но резина хорошая. Сайлун. Это хорошая тема. Такие у нас колесики будут стоять. Моща. Надо нам такой домкрат в гараж. Гидравлические управления пневматикой. И вот такой пистолет. Тоже не помешает. Момент затяжки 6200. Ничего себе. Все, забрали документы. 4500 белорусских рублей. Ну и сейчас будет выезжать уже Юра. Все, отправляемся за прицепом. Очень сильно замерзли. Просто капец. 3,5 часа провели на шиномонтаже. Вольва совсем другая на новых колесах. Такая, ух. Юра уже развернулся и все, направляется за прицепом. Ну а мы вслед за ним тоже едем. Сейчас приедем, будем решать, куда нам отправлять Вольву, потому что пока что работы у нас нет. Вот, и либо будем ждать здесь работу, либо поедем на Минск, пока неизвестно. Юра сейчас собирает вещи и будем уезжать домой. Вольва остается здесь, будем ждать работу. Ну, это уже расскажу в следующих сериях. Вот такая у нас трудовая, 1,5 трудовых недели выдались. Сделали мы 4 рейса, то есть, ну, потихоньку-потихоньку набираем обороты. О дальнейших наших приключениях вы увидите уже в следующих сериях. На сегодня это все. Огромное спасибо, что были с нами. Не забывайте поддерживать нас на Boosty, если у вас есть желание. Ну и, конечно же, вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся.